Итак, друзья, приветствую вас. Как видно, как слышно? Так. Хрипит. Сейчас попробуем чуть звук убрать. Вот. Так. Приветствую всех, друзья. Сегодня 24 мая. Я извините. Уже, значит, до Экофеста осталось 37 дней, если я не обсчитался, потому что я почему-то посчитал 39. Меня сейчас вот Андрей из Екатеринбурга поправил. Свист как... Ничего страшного, друзья. Технические всякие моменты могут быть. Ничего страшного. 37 дней до Экофеста. Друзья, время летит просто колоссальнейшими темпами. Я только что, вот почему я чуть-чуть задержался, поэтому прям бегом, только что приехал из Минска с поезда. Вот, всем большой привет от Анатолия Эдуардовича Юницкого. Мы тут 3 дня очень плотно сейчас отработали. Вот, конечно, начну с того, что вот график у Юницкого просто сейчас, вот, друзья, сумасшедший. Он 2 недели был Индия, Индонезия. Вот я расскажу немножко о событиях, которые там произошли из, скажем так, нюансов общения, которые были. Он в субботу прилетел. Туда он прилетел из Индии. Вот. В Индонезии тоже запущена огромнейшая работа, то есть подписанные документы на адресные проекты, есть определенные соглашения, то есть в этом всем, как мы договорились, будет объявлять только лично Юницкий, головная компания. Мы на наших вебинарах только комментируем, и я могу просто ту информацию, которая сегодня есть из первых уст. Поэтому это уже бизнес-проекты, это уже бизнес-контракты, поэтому Индонезия также активно сейчас пошла, как и Индия. А в Индии, как вы помните, там были встречи и с Далай-ламой, и подробности мне Анатолий Иванович рассказал, то есть насколько Далай-лама сегодня и серьезно в Индии, и вообще в большой международной геополитике, и как он поддержал, и как он именно взял Юницкого за руки, прижался головой, сказал, к нему прижался и говорил, вы делаете очень большое и светлое дело. Это прям, друзья, мы уже цитировали, говорили, и это как раз благословение для Индии, это значит очень многое. А также потом они встречались еще с очень, друзья, высокопоставленными, то есть те, кто реально в Индии принимают ключевые решения по всякого рода проектам. И то же самое была поддержка на самом-самом высшем уровне. Я не буду сейчас говорить, с кем были встречи и как. Юницкий сам придет время, об этом расскажет. Вот. Но после этой встречи были сразу же встречи с министрами там, и транспорта, и коммуникации, и энергетики. То есть везде Юницкого принимали уже после благословения и, соответственно, рекомендации таких людей просто вот уже на высшем уровне. Поэтому Индия сейчас запущена целый ряд проектов, уже идут конкретные соглашения, уже конкретные контракты. Там все, друзья, идет вот так, как должно идти и Индии, и следом они перелетели в Индонезию. То же самое они с Виктором встретились с очень и влиятельными людьми, и большими бизнесменами, и политиками. И то же самое Анатолий Иванович сказал, что Индонезия также проект, ну, страна запущена. И в субботу утром они прилетели с Виктором из Индонезии, вечером уже выехали в Минск на поезде, и утром мы уже поехали в Экотехпарк в воскресенье, где приехала тоже без фамилии, друзья, без делегации уже крупного российского бизнеса, приехал очень крупный российский бизнесмен и политик, вот, и тоже целая делегация. И мы в воскресенье, соответственно, провели тоже ряд встреч, переговоров, также уже по конкретным адресным проектам. И как результат, я через неделю вылетаю уже в один из сибирских регионов, где мы будем уже именно
запускать конкретный адресный проект. Тоже вы все это в свое время увидите. Поэтому сейчас прошу, друзья, к этому. Я понимаю, что это некая пища для наших троллей. Вон уже пишут, что встречались, а что толку. Друзья, вам могу сказать, будет толк, все будет, все увидите, все будет, так сказать, но всему свое время. Поэтому мы не можем об этом не говорить. Соответственно, сейчас меня тут спрашивают, что костюм в стирке. Да нет, друзья, лето началось, жарко, поэтому я не люблю включать кондиционер, поэтому одел специально скайвеевскую униформу. Поэтому это самое, костюмчик висит рядом. Тут просто интересно иногда с этими троллями смотреть, так сказать. Они и, во-первых, замечают каждую мелочь, и цепляются к каждой детали. Так что, друзья, все идет своим чередом. Вот. И как раз вот мы отработали воскресенье, понедельник, потом прилетел туда и Терехин Дмитрий Владимирович, и Алексей. Вот. То же самое для проведения переговоров. И работа идет сейчас самым темным ушом образом. Я вчера уехал из Минска, Алексей остался там для продолжения работы и переговоров, которые сейчас проходят. Поэтому интенсивность, она только набирает обороты. И мы когда уже делегации уехали, с воскресеньем вечером сидим вот в нашем домике приемов на экотехнопарке, где в одно окно видно легкая трасса Unibike и грузовая, на другое идут сейчас там все испытания, подготовка к Юнибуса, готовится путевая структура, что уже приема большого 24-местного Юнибуса. Вот, и друзья, так сказать, ну и при этом, так как Юницкий заядлый рыбак, он еще и в пожарном пруду ловит рыбу, так сказать, и вот буквально такие небольшие минуты вот такого отдыха, они вот дорогого стоят. Ну, а в понедельник, это было воскресенье вечером, в понедельник опять все заново, и уже сегодня делегации приехали опять, и завтра будут. Поэтому Юницкий как раз сейчас в таком очень... И по мере того, друзья, я могу сказать, что я сколько, недели две уже не был на... Соответственно, не был на... Так, дайте я тут одного бойца выкину сейчас из перископа. Это самое, надоело уже тут со своими этими, да, тут со своими комментариями. Вот, соответственно, работа идет настолько по многим направлениям, что я просто даже вот там в очередной раз, я говорю, Антон Ильич, как вы можете все это держать, все задачи, начиная от выкладывания плитки возле нашего дедушки, где ясно будут все фотографироваться, потому что наш дедушка Ю-21 в прошлой жизни ЗИЛ-131, вот, это первый подвижной состав Skyway, действующий подвижной состав. Естественно, что сфотографироваться захотят все, и 5000 человек, поэтому, естественно, там специально делается площадка, специально выкладывается плитка для того, чтобы можно было подойти, сфотографироваться, и чтобы это все было оборудовано. Вот начиная вот от таких мелочей, там и строительство уже станции для Юнибайка, который будет стоять, и натяжение 200-400-200, которое сейчас идет монтаж полным ходом. Тут меня спрашивают, почему там работает 5 человек, а сколько там должно работать? 5000 человек, что ли? Что это за технология, которую делают там 5000 человек? Поэтому там работает ровно столько для того, чтобы выполнить весь объем задач. И, соответственно, и еще и подготовка к Экофесту, друзья, там тоже, потому что, понимаете, в одном месте собрать 5000 человек, и, друзья, еще раз повторюсь, уже сегодня зарегистрировано при 60, то есть это уникальнейшее будет в мире событие, вот мы просто думали, но если это не Организация Объединенных Наций, не чемпионат мира, и не чемпионаты мира по 60 стран редко собираются, и не Олимпиада, то какое должно было произойти событие, чтобы приехали со всех континентов, из половины мировых стран люди для того, чтобы своим взглядом увидеть, что создается. Вот, поэтому ведутся переговоры уже о внесении этого мероприятия в Книгу рекордов Гиннесса, вот, потому что это действительно значимое событие и для Белоруссии. Там не все летят самолетами, а кто едет на машинах, на автобусах, им оформлять визы в Белоруссию. Поэтому МИД просто сейчас сходит с ума, они не могут понять, что за мероприятие, где со всего мира идут заявки там на открытие визы, хотя большинство прилетит на самолете, ну, тех, кто из других стран, и для этого визы не нужны. Поэтому я могу сказать, это будет очень значимое событие для
естественно, для Марьиной горки, естественно, для всей Белоруссии, ну и для такого мирового значения, это тоже будет очень важное значение. Вот. Мы как раз, когда были с делегацией бизнесменов из Сибири, мы как раз заехали, это было воскресенье, как раз это тот редкий случай, когда полдня там выходной, а так все работают в три смены, включая субботу. Вот. Мы посмотрели, там как раз сейчас стоит уже Unibike, он сейчас не на экотехнопарке, а на заводе, там идут определенные сейчас уже доработки, определенные изменения в конструкцию. Там, тут нужно СМИ с различных стран. Друзья, СМИ будет столько, что вы даже не представляете, какое это самое, все будет. Вот. Естественно, готовятся сами организационные вещи, то есть где будут все находиться, где будет встреча, где будет такая официальная часть, потом готовятся места, где можно будет фотографироваться, общаться. Вот. Потому что, друзья, 5000 человек – это много. Вот. Это реально много. Вот. Ну и, соответственно, тут мы обсуждали в чатах, что готовится, это же целый день будет с утра и до вечера, значит, соответственно, чтобы можно было пообедать, перекусить, то есть это как в прошлом году наши друзья из рядом стоит десантная дивизия, вот, они наши партнеры, друзья, вот, они привезут полевые кухни армейские, и будет настоящая такая еда, будет чай армейский, будет каша с тушенкой, будет картошка. Вот. Это самая такая хорошая еда. Вот кто помнит, на прошлом экофесте, друзья, было все замечательно, и в этот раз будет еще лучше. И даже, друзья, открою вам маленький-маленький секретик, вот, что тоже, когда была делегация из Сибири, друзья, один очень высокопоставленный сегодня чиновник в России, это бывший губернатор, не скажу, одного из регионов, причем он был губернатором почти 10 лет сибирского губернатора. Так вот он, друзья, по своей инициативе, он привезет 200 килограмм сибирской рыбы, очень чистой, которая из севера, и сам руками сварит в полевой кухне 400 литров очень классные ухи. Он когда рецепт рассказывал, я сразу говорю, у меня уже побежал, я уже говорю, я хочу это увидеть. Поэтому, друзья, не скажу на какой кухне, потому что их там будет штук 6 или 8 полевых кухонь, но в одной кухне нынешний высокопоставленный чиновник, в прошлом губернатор одного из крупнейших российских регионов, будет лично для участников Экофеста варить уху. Поэтому, друзья, это тоже такой небольшой, но, я могу сказать, очень значимый штрих. И он сказал, что, ну, друзья, я не могу сейчас вам там, ну, он партнер, он акционер Skyway, он говорит, но что я хочу сделать, для вас, для всех, то я сварю классную, настоящую сибирскую уху из настоящей сибирской рыбы. Поэтому, друзья, это тоже. И таких вот, я могу сказать, вот таких вот маленьких тонкостей, но очень приятных. Их будет очень и очень много. Поэтому, друзья, Экофест, это, конечно, будет мощнейший праздник, это будет мощнейший выброс вот такой положительной энергии, то есть и все, кто соберется в это время, то есть это, конечно, значимое. Тут пишут 400 литров, а я не сказал, что все получат эту уху. Нет, друзья, это тоже будет определенный, скажем так, эксклюзив и определенная вещь, так сказать, кто будет этим пользоваться. Ну, друзья, это вот то, что касается. Дальше мы в цехах видели, конечно, еще идет работа полным ходом по юнитраку, то есть для грузовой системы. То есть я вам говорил, что там меня до сих пор поражает, я просто вижу, как это в железе сейчас все воплощается. Система, когда Юницкий заставил гравитацию работать два раза на переворот сегодня именно части, которая загружает и разгружает, и там нет ни одного привода. Вы все это тоже, друзья, увидите, это гениальнейшее решение. Сегодня вот просто вот я, как каждый раз, когда туда подхожу, вижу, как это воплощается сегодня в железе. Снимать в цеху, конечно, все эти вещи промежуточные нельзя, поэтому увидите уже готовые решения, когда это будет показываться. Соответственно, я присутствовал с Франтишиком и с Алексеем, когда только Юнибус 24-местный только начал свариваться корпус, все, сейчас я уже видел, как идет оборудование, как ходовая часть к нему уже, так сказать, сейчас собирается. И тоже, друзья, этого никто не увидит, и не потому, что не хотим этого показывать, а
то, что именно к 1 июля по тому план-графику, как мы уже говорили, это дерево целей, этот Юнибус, Юнитрак, соответственно, модернизированный уже Юнибайк, это все будет подготовлено для демонстрации. Поэтому, друзья, все идет, изготовление, испытание и сразу демонстрация для партнеров, все идет сходу, друзья. Нет ни одной лишней секунды и нет времени, которое показало бы, ну, можно было бы использовать для того, чтобы что-то еще переделать, что-то соответственно каким-то образом досовершенствовать. Поэтому это огромнейшее, друзья, просто огромнейшее, что сейчас идет монтаж путевой структуры, параллельно идут испытания, и сразу же нет времени на переделку, то есть если что-то будет не так. То же самое изготовление Юнибуса, Юнитрака, то есть по ходу идет, и вы 21 июля увидите уже именно уже готовые образцы, которые сейчас еще только сборки, а началось все это буквально там 2-3 месяца назад. Поэтому тут уже, друзья, идет обсуждение, кто это будет и как, так сказать, это, ну, Толоконский, это действующий губернатор, а я все-таки сказал, что это губернатор, который 2 срока пробыл, и сейчас другой, так сказать. Вот. Поэтому, друзья, это тоже очень-очень такой значимый элемент. Поэтому, естественно, что сегодня уже готов к демонстрации и наш дедушка Skyway, дедушка нашего юнибайка и юнибуса, это Ю-21. Вот, поэтому тоже для того, чтобы занять свое почетное место в музее Skyway, занять свое почетное место на постаменте. Вот, поэтому, друзья, неминуемо приближается это значимое для всей технологической цивилизации, которая сегодня строится, событие, вот, потому что 1 июля это будет уже показ, и вся история будет делиться, особенно нашего Skyway, на две части. То, что идет до 1 июля, то есть до демонстрации, и после. То есть 29 ноября была очень значимая дата, когда побежал первый юнибайк. Это показало, что технология существует. Всем нашим друзьям, не друзьям, оппонентам, союзникам было продемонстрировано, что первый юнибайк, как его Алексей любит, маленький, чистый, показал, что технология существует. Потом уже встал Юнибус на путевую структуру. Это уже было как рядовое событие, хотя рядовым его никак нельзя назвать. Ну, а когда мы с вами увидим уже две модификации Юнибуса, которые ходят в тронной сцепке, мы увидим с вами Юнитраки, мы увидим Юнибайки, мы увидим путевую структуру 200, 400, 200. Это как раз уже, опять же, друзья, это очередные шаги, которые будут дальше, дальше, дальше. То есть мы сейчас уже вышли на подписание договоров по адресным проектам с использованием уже именно легкой системы, то есть она будет не в пассажирском, а в грузовом варианте, то есть использоваться там и для перевозки руды, и для перевозки леса, вот, и даже вот эта вот маленькая трасса, казалось бы, очень легкая, ажурная, это все равно объемы транспортировки будут соизмеримы с десятками миллионов тонн, то есть речь идет сейчас вот у нас о двух проектах, где перевозка идет на 20 миллионов тонн именно легкой системой. Поэтому сегодня же вся железная дорога, Транссиб, провозит 100 миллионов тонн. То есть получается, вот наш маленький юнибайк будет перевозить пятую часть всего, что возит Транссиб. Вот, поэтому это тоже, друзья, очень знаю. А большая трасса, вот, которая сегодня монтируется, как мы недавно, вот, Михаил Кириченко делал репортажи, вы видели, вот, это уже 200 миллионов тонн, при этом еще это только в режиме конвейерном, потом еще можно подвесными, это до 50 миллионов тонн в контейнерном варианте, еще и сверху как система, то есть каждая система Skyway, она универсальна. И, соответственно, то же самое Unibike, это до там 50, там, ну, мы тут недавно считали, там даже до, может быть, до 300 тысяч пассажиров в сутки может перевозить легкая система, но это еще и 20 миллионов тонн. Поэтому это тоже, друзья, всему свое время. Всему. Андрей, а ты можешь поставить слайд, вот, который «Что было, что стало», где ЗИЛ и наш Юнибайк, ой, наш Юнибус. Вот, то есть я сбросил, который, чтобы в личный кабинет завести. Вот,
Так, так. Поэтому, друзья, сегодня Алексей включиться не сможет, потому что он еще работает сейчас с группой инвесторов в Минске. Вот, поэтому они там решают очень серьезные сегодня такие технологические процессы. Вот, мы договорились, что мы разделились. Я сегодня приехал и буду проводить и дневной вебинар, и вечерний, и наш европейский Unisky вебинар. Вот, а Алексей как раз на следующей неделе будет его, скажем так, дежурство, потому что мне надо будет уже проехать, у меня будет ряд конференций. Вот, и, соответственно, дальше до 1 июля еще произойдет ряд очень серьезных событий. Вот, 22, 23, 24 июня будет очень такое важное большое мероприятие в Праге с участием Skyway. Там как раз будет такая презентация очень серьезная, будет обсуждение перспектив, связанных вообще со всеми видами транспорта. Вот, скорее всего, доклад буду делать я с Алексеем именно по Skyway на этом мероприятии. И ожидается там ряд очень интересных таких событий, о которых мы расскажем уже непосредственно в Экофесте, на Экофесте 1 июля. Вот. Соответственно, у нас еще конференция будет 3 июня в Будапеште, в Венгрии. 25 июня, прямо перед Экофестом, будет еще конференция в Испании, в Пальма-де-Майорке. Вот. Поэтому интенсивность и после 1 июля эта интенсивность только-только будет нарастать, потому что интерес сейчас инвесторов очень серьезно растет, особенно крупных инвесторов, фондов крупных. И сейчас, как мы уже говорили, что прям буквально после Экофеста за август, сентябрь, октябрь произойдут очень серьезные изменения и в работе наших фондов, то есть Skyway Capital и Skyway Invest Group, и вообще работа по краудинвестингу, и вообще в инвестиционной политике Skyway, потому что сейчас уже проработки и так. Это система, которая уже готовится к тому, чтобы работать в условиях прихода крупных инвесторов и крупных уже заказчиков, она, конечно, будет очень серьезно и очень серьезно изменяться. Поэтому, как мы уже говорили, сегодня полным ходом идет проработка для запуска еще технологий из инженерной школы Skytech, которую создал Юницкий. То есть это целый ряд технологий, связанных уже из технологии биоинженерии производства гумуса и по связанных с бытовой энергетикой и связанных с домостроением и с робототехникой уже по автоматизированному проектированию и строительству самого Skyway. Вот это, друзья, как раз уже то, что пойдет в развитие, это то, что мы с вами серьезно будем дальше, когда Skyway встанет на уже период самофинансирования, то есть когда за счет заказчиков и, соответственно, крупных инвесторов мы с вами можем уже заняться другими более, скажем так, венчурными проектами, имея в виду, что Skyway становится уже очень привлекательным инвестиционным проектом. Это, друзья, произойдет абсолютно. Так, это произойдет, друзья, еще в этом году, и это моя, то есть может произойти какие-то нюансы, что это сдвинется на следующий год, но то, что я сейчас вижу, те переговоры, которые мы сейчас ведем, это говорит о том, что это уверенно, можно сказать, будет конец этого года. Вот, поэтому здесь параллельно, конечно, будут запускаться адресные проекты. По планам до конца этого года запустить как минимум где-то, ну, Антон Дуадж говорит, что это где-то 10-15-17 проектов. Вот реально посмотрим, и по концу года, когда будем делать традиционный отчет, мы как раз уже по факту посчитаем те проекты, которые будут уже запущены. Вот. Я думаю, что это будет значительно
больше, чем даже вот цифра, которую называют сейчас Юницкий. Он, естественно, всегда очень у него такой консервативный подход. Мы, как более такие молодые и горячие, всегда, конечно, бежим впереди, и нам всегда хочется, чтобы было больше. Поэтому у меня цифра такая, что приближающаяся уже там к сотне объектов. Ну, реально, друзья, посмотрим, и естественно, что это будет уже реально по факту, реально капитализация интеллектуальной собственности. И дальнейшая работа, конечно, которая будет и нас, как директоров фондов и вообще всего менеджмента Skyway, это подготовка соответствующих запуск адресных проектов. А с вами, друзья, это будет уже новое. Так, Андрей, ага. Посмотри эту самую фотографию, Андрей, если можешь поставить, где ЗИЛ и где то самое. Вот, и дальше я еще хотел показать две фотографии, но не знаю, Андрей ее сейчас поставит, нет. То есть мы говорили, что Анатолию Эдуардовичу на день рождения мы сделали такой подарок с намеком. Ну, во-первых, это и очень полезный подарок, это массажное кресло очень такого высокого уровня, которое действительно, вот я вчера его первый раз испытал на себе. Массаж, она делает все, и массаж головы, и массаж глаз, и массаж шеи, и массаж ступней и спины. И, конечно, с точки зрения работы с той интенсивностью, как... Ага. Так, Андрей, только это самое, ты фотографию поставил, а вид это самое. Так. Черт. О, отлично. Вот, да, это вот фотография, которую сейчас я хотел, чтобы она стояла, и это как иллюстрация, что было, что стало. Это 2001 год. Это дедушка нашего Юнибайка и Юнибуса. Вот это начало работы финансировал, который начинал Александр Иванович Лебедь, потом крупный бизнесмен, а сегодня руководитель одного из инвестиционных фондов, это Дмитрий Владимирович Терехин. Вот. Мы как раз вот вчера были на встрече с инвесторами, на которые прилетели в Минск. А с второй стороны вы видите уже Юнибус, то есть это сегодняшнее четвертое поколение подвижного сосуда. Соответственно, это очень показательная вещь такая, что с чего начиналось 16 лет назад и что мы с вами сейчас делаем, продвигаем. Эта технология уже 4+. А сегодня в разработке уже идет следующего поколения технология. И то, что, друзья, мы с вами увидим на следующий год в экотехнопарке, это, друзья, будет поражать вообще всех воображением. Сегодня занимается транспортом. И я очень люблю повторять эту фразу, что, друзья, за последние 20 лет с приходом это и кремниевых технологий мы с вами изменили жизнь до неузнаваемости. Если кто-то будет говорить, что это не так, я ему просто не поверю. Вот. О, вот сейчас отличная фотография. Я ее ждал, пока показывают. Это, как видите, наш общий, так сказать, друг и партнер, и один из директоров Skyway Capital Алексей Суходоев. А это элемент как раз вот этого массажного комплекса, то есть то, что массирует глаза, массирует основание шеи. И это сам... Андрей, оставь ту фотографию, подожди, я еще чуть-чуть небольшой комментарий сделаю. Вот. О, а это как раз, друзья, вот то массажное кресло, которое очень здорово восстанавливает здоровье, релаксирует. На заднем плане попала Надежда Геннадьевна Косарева, генеральный директор компании, группы компаний ЗАО «Струнные технологии». Почему-то она еще мне рожки прорисовала. Вот, видно, с каким-то намеком. Вот, так что, ну, во всяком случае, очень хорошая такая добрая фотография. То есть вот весь комплекс, когда можно очень здорово проводит массаж. То есть это действительно релакс. И я говорю, что, Анатолий Эдуардович, наш вам наказ, чтобы вы как минимум час времени проводили в этом кресле, чтобы здорово можно было релаксировать. Но здесь, друзья, как мы уже говорили, это и очень большой намек. И как раз вот бизнесмен, который
увидел, ну, сел в это кресло, и я сказал, что когда мы его, Антон Дуарчу, на день рождения дарили, то это серьезный намек на то, что в каждом нашем юнибайке, в каждом, друзья, юнибайке должно быть кресло по функциональности лучше, чем это. Оно должно быть очень недорогим, но по функционалу, тут говорит, юнибайк не влезет такой, все влезет, друзья, не переживайте, все будет в лучшем виде. И как раз, когда я показал, что вот это вот кресло, это часть юнибайка, а вторая часть это как раз то пространство, которое будет именно стерео и видео, и стереозвук, в нем будет находиться суперкомпьютер, вот мощнейший компьютер, соответственно, это произвело просто неизгладимое впечатление. А также еще, когда мы показали наш видеоролик, помните, поехали с Адрианом Комоци, где можно еще и заниматься спортом, и вырабатывать электроэнергию, то это сразу, а как раз после этого кресла мы сразу поехали на завод, где стоит юнибайк, и они говорят, да, мы понимаем, что вот этот юнибайк, это будет, и это кресло, это будет составная часть юнибайка, и вот это как раз уже, друзья, следующего поколения. Тут как раз напоминает про космос. Нет, друзья, здесь как раз все абсолютно реально, и то, что мы делаем, это многофункциональность, это то, что мы называем мобильностью 5.0, то есть когда вы, перемещаясь в таком, это называется Unite Mobile Personal Space, то есть индивидуальное мобильное пространство, перемещаемое, то есть это и есть наш юнибайк, то есть вы можете заниматься одновременно несколькими необходимыми, то есть одно из них это вы получаете массаж, то есть устанавливаете свое тело, второе, вы можете заниматься спортом, то есть велотренажер, Адриан показал, что и он как советник генерального конструктора сейчас разрабатывает целый комплекс упражнений для того, чтобы можно было на все группы мышц заниматься, подавать. И что самое главное, друзья, вы не просто так сжигаете калории и выбрасываете их, как сегодня в фитнес-залах, а вы аккумулируете эту энергию, и этой энергии будет на 60% достаточно, чтобы двигаться со скоростью 150 километров в час. Поэтому, друзья, это абсолютно нового поколения транспорт, это абсолютно нового поколения идеология, это абсолютно нового поколения мобильность. И когда мы говорим, что мобильность 5.0 – это концепция мгновенного перемещения, это имеется в виду не, соответственно, не телепортация, а это то, что позволяет сегодня делать. И сегодня сравнивать нас даже с сегодняшним автомобилем Tesla, это все равно, что сравнивать... Да, Андрей, оставь эту фотографию, пускай тогда стоит. Это все равно, что сравнивать сегодня наш смартфон, ну, сегодня смартфон, допустим, последнего поколения, и сравнивать мой телефон, где пальцем надо было набирать цифры. И естественно, что автомобиль Tesla отличается от сегодняшних традиционных только тем, что набор пальцем, где надо было крутить, заменили на кнопочный набор. Все, это вот... То, чем отличается автомобиль Tesla сегодня, Илона Маска, от традиционных автомобилей, там, гибридных или с двигателем внутреннего сгорания. То, что мы сегодня создаем, друзья, это смартфоны. И, по сути дела, мы сегодня делаем смарт-кары. И наши смарт-кары будут отличаться от традиционных сегодня каров, так же, как сегодняшний последний iPhone или Samsung 8 Plus, S8 Plus будет отличался от проводного телефона. Их просто нельзя сравнивать. Это абсолютно другая экономика. Это абсолютно другой функционал. И на одном из вебинаров, где-то два вебинара назад, когда я рассказывал о проекте Лос-Анджелес-Лас-Вегас, где 382 километра, и я сказал, что если это сегодняшний считать чистой экономикой просто транспорта, где будет возиться 150 тысяч пассажиров в сутки, соответственно, значит, это будет около 5-6 миллионов пассажиров в месяц, около, соответственно, 60 миллионов где-то в год. Соответственно, если даже по $20 каждый будет платить, то это где-то 1,2 миллиарда выручка. Значит, соответственно, по международной системе оценки, то есть введя коэффициент EBITDA, то мы можем получить где-то стоимость компании $12 миллиардов. А бизнес, который делает Skyway, он будет зашкаливать за $1 триллион. Разницу чувствуете, что 12 миллиардов – это традиционный сегодня транспорт, где из Лос-Анджелеса в Лос-Вегас надо перевезти за год 60 миллионов пассажиров. И, соответственно, стоимость этой компании. И когда я сказал, что стоимость бизнеса Skyway превзойдет триллион
а реально мы считали даже 2,5 триллиона, то мне тут один деятель написал, что вы рассказываете сказки, и я хотел привести в Skyway капитал серьезных инвесторов, но мне это недостаточно, и я их, соответственно, перевожу в Skyway Invest Group. Вот. Я просто не понял, чем разница и почему. То есть он считает, что здесь сказки на триллион рассказывают в проекты, а там, наверное, не рассказывают, или чем-то там Skyway другой. Так вот, друзья, мы потом с Франтишиком, когда ехали из Вены в Братиславу, я с ним еще раз эти расчеты провел, и вот позавчера мы, как раз когда сидели, в воскресенье, когда сидели с Анатолием Эдуардовичем на берегу пожарного озера и ловили рыбу, мы еще раз эти расчеты как бы прошли и проговорили. Я сейчас для этих умников, я, кстати, специально могу, напишите мне в чат, напишите в Skype, я еще раз могу встретиться. Так вот, друзья, чтобы быть пояснением, я сначала даю пояснение, чем отличается наш проект от проекта традиционной дороги. И сегодня сравнивать, еще раз скажу, Skyway и сравнивать традиционную, допустим, железную дорогу, это все равно, что сравнивать смартфон и проводной телефон. То есть, и в принципе, и тот может звонить. То есть я по смартфону тоже могу позвонить. Но сегодня по статистике для звонков смартфон используется только на 5%. На 95% это интерфейс входа в интернет. И мы сегодня уже, по-моему, можете меня, друзья, поправить. Андрей, кстати, давай уточним эту цифру. У меня последняя цифра, что сегодня создано более 3,5 миллионов приложений для смартфонов. Я могу ошибаться, эта цифра какое-то время у меня назад, но я сегодня пользуюсь, наверное, ну, от сотни приложений. То есть это бронировать гостиницы в любой точке мира, это покупать авиабилеты, это, соответственно, смотреть погоду, это графики, это аналитика, которая сегодня идет по нас. То есть у меня где-то вот установлено где-то около сотни приложений, которыми я смотрю, и которые постоянно мне дают, начиная от погоды, где находишься, и кончая. То есть это просто, друзья, сегодня удобно. И когда я сегодня смотрю на экран, у меня сразу есть куча информации, которая мне полезна. Вот. И это смартфон. Так вот, друзья, еще раз повторюсь, можно ли сравнивать смартфон с телефоном 20 лет назад, когда надо было пальцем крутить? И говорить, что бизнес, когда надо было крутить пальцем и с кем-то поговорить по телефону, это же то же самое, что дает интернет. Нет, друзья, это глупость. Так вот, точно так же я сейчас говорю, когда Лос-Анджелес, Лас-Вегас будет проложена скоростная трасса, если мы будем считать просто транспорт, перевозка пассажиров, 150 тысяч пассажиров в сутки, то этот бизнес будет стоить 12 миллиардов долларов. Потому что, то есть я вам сказал, мы привязались, ничего другого здесь, прибыль, неважно, так сказать, какая будет, это сегодняшняя оценка бизнеса, она вся идет от выручки. Вот. Так вот, а бизнес, который даст Skyway, он будет превышать триллион долларов. Разницу чувствуете? И когда мне говорят, это невозможно, я отвечаю, это точно так же, как сравнивать бизнес телефонной компании и бизнес сегодняшнего интернета и сегодняшнего смартфона. А теперь я для вот этих умников, которые там пытаются что-либо сказать или пытаются из себя выдавить великих экономистов и говорить, что они сомневаются в тех цифрах, которые я называю, я, друзья, сделаю некоторое пояснение, почему имеется в виду, что бизнес при построении дороги Skyway будет просто других порядков. И даже, как я сказал, 1,5 миллиарда, а триллион – это в 1000 раз больше, в 1000, друзья, не в 10, не в 100, а в 1000 раз больше. Соответственно, это речь идет о том, что бизнес, который будет возникать, он будет другого порядка. Так вот, друзья, давайте дальше с вами просто так крупно на цифрах пробежимся, что имеется в виду. Строительство скоростной Санкт-Петербург, Москва, друзья, это по Фрейду я говорился. Сейчас у нас приезжает на этой неделе большой чиновник уже из российского правительства, который будет обсуждать в том числе и логику линейных городов России. То есть, наконец-то и наши российские чиновники зашевелились. Друзья, я могу сказать, что мне очень нравится и очень, соответственно, ну, это вносит такой оптимизм. Так вот, друзья, пока мы ведем разговор о проекте в штате Невада, Лос-Анджелес, Лас-Вегас. Это 382 километра по прямой, где предполагается построить высокоскоростную трассу, эстакаду которой вы сейчас видите соответственно, второй части слайда, который стоит на экране. То есть там будет подвесная система, которая будет 150 км в час перевозить пассажиров.
контейнеры, воду и так далее, и так далее. То есть это пассажиро-грузовая трасса, которую вы сейчас видите, где висит сейчас Юнибус, а это же, соответственно, и контейнер, который будет перевозить. Поэтому не будет никаких контейнеровозов и, соответственно, никаких пробок. Наверху будет перемещаться скоростной юнилет со скоростью 500 км в час. И, соответственно, этот юнилет будет и как пассажирский вариант, который будет перевозить пассажиров в комфортных условиях. И второе, это будет контейнер для того, чтобы там можно было в виде купе устанавливать наши юнибайки. И тогда вы в своем юнибайке уже будете перемещаться уже в грузовой со скоростью 500 км в час. И когда вы приезжаете из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, соответственно, вы дальше на легкую путевую структуру и перемещаетесь также в своем юнибайке. Так, друзья, по логике, которая сегодня закладывается Skyway, через каждые 3-5 километров будет устанавливаться высотное здание, которое будет и станция пересадки, где можно будет с высокой скорости перейти на низкую скорость. То есть, соответственно, если вы в юнибайке, значит, быть выгруженным из этого контейнера и дальше передвигаться самостоятельно. И, либо пересесть уже из юнилета в юнибус и дальше передвигаться уже со скоростью 150 км в час. Поэтому, друзья, это логика линейного города. И, соответственно, сразу округленно могу сказать, что там может быть построено порядка 25 миллионов квадратных метров коммерческого жилья, где на расстоянии 3-5 километров будут стоять высотные здания. Поэтому там будет проживать от 10 до, точнее, находиться одновременно от 10 до 15 миллионов человек одновременно. Соответственно, коммерческую недвижимость, если вы сейчас возьмете, посчитаете, сколько стоит сегодня один квадратный метр офисных помещений в Лос-Анджелесе, то этот проект будет оцениваться уже порядка 100 миллиардов долларов. То есть перевозка это 12 миллиардов, а недвижимость уже 100 миллиардов. То есть получается у нас общий проект уже 112. То есть понимаете, что порядок уже поменялся. Вот, соответственно, так как это линейный город и те 10-15 миллионов человек, которые будут там находиться, они будут перемещаться также и между станциями, и даже если одну поездку в день они будут совершать, то это уже, друзья, там еще порядка 10-30 миллионов поездок в день. Соответственно, если мы это все пересчитываем на годовом счислении, то перевозка уже будет не 1,5 миллиарда давать выручки, будет давать уже около 25 миллиардов. Значит, соответственно, стоимость компании 1 к 10 по международным стандартам, это уже будет 250 миллиардов только перевозок внутри. И плюс еще 100 миллиардов недвижимость, которая будет стоить. То есть мы уже вплотную подошли с вами 350 миллиардов долларов. То есть эта логика понятна, да? Если хотите меня проверить, набирайте, сколько стоит коммерческая недвижимость сегодня в Лос-Анджелесе, и, соответственно, вы поймете, причем это будет здание нового поколения, то есть, соответственно, бизнес-класса люкс. Вот. Поэтому вот мы с вами подошли уже 350 миллиардов долларов. Ну а теперь, друзья, самое интересное, я вам говорил это на вебинаре, что мы это обсуждали, когда обсуждали ГУМУС, то есть трасса Skyway, когда она эксплуатируется, она помимо не убивает природу, вырабатывает ГУМУС. И, соответственно, этот гумус начинает мешаться с той породой, а в Неваде, соответственно, находится только камни и песок. Так вот, когда вы будете вносить туда 10% гумуса, а гумус это переработанный низкокалорийный либо уголь, либо торф, то есть у нас будут, соответственно, на этой линии стоять 2 или 3 тепловые электростанции угольные, которые будут дожигать, соответственно, уголь и его использовать для того, чтобы все, что вырабатывается, и СО, и сера, и это будет перерабатываться в гумус, то есть эта электростанция будет, не будет выбрасывать ни одного грамма в атмосферу. Но при этом, друзья, она будет нарабатывать гумус. И, естественно, не сразу. Сначала это будет полоса 100 метров, потом 300 метров, потом километр. Вдоль трассы будет создаваться плодородная почва, по своим качествам близкая к воронежскому чернозему. И таким образом, там, где сегодня находится песок и скалы, где сегодня никто не живет, через 10-15 лет будет полоса шириной примерно 10 километров абсолютно плодороднейшей
почву. А так как Невада все-таки, друзья, это солнечный край, там жарко, соответственно, там, где будет плодородная почва, у нас будет неограниченный источник воды, то это становится в крайне привлекательный. Так вот, друзья, только 10 километров ширина вдоль этой трассы, умножаем 382 километра на 10 километров, мы получим с вами, друзья, считайте, кто тут еще, так сказать, может сказать, мы получим с вами почти 3800 квадратных километров плодороднейшей почвы, где есть транспортная, энергетическая, информационная инфраструктура, где на расстоянии 3-5 километров стоят офисные здания. Соответственно, я могу предположить, что на этой территории можно построить до 1 000 000 домохозяйств. При этом, друзья, умножаем, даже если мы сегодня собьем цены, и среднее домохозяйство, то есть дом в 500 квадратных метров будет стоить 50 тысяч, соответственно, долларов, а недвижимость и дома в Америке стоят больше, то мы с вами получаем еще, друзья, почти 100 миллиардов только уже недвижимости, в которой будут жить люди. Ну и, соответственно, при расселении, если мы там строим 1 000 000 домохозяйств, то, соответственно, там может проживать до еще 5-10 миллионов человек. Поэтому мы вплотную подошли в проекте уже к полутриллиону. Это только недвижимость, друзья, это только что мы сегодня с вами договорили, это дает логика линейного города. А те люди, которые там будут жить, то есть 10 миллионов человек, они с вами, они еще каждый день будут что-то есть. Так вот, когда мы делаем плодороднейшую почву, они будут есть то, что будет производить эта почва. Теперь давайте посчитаем, сколько 10 миллионов человек съедает за год. А дальше еще мы с вами будем считать, сколько они вводят детей в школу, сколько они получают образование, сколько они получают медицинского обслуживания и так далее. Так вот, друзья, 2,5 триллиона, которые я назвал, это абсолютно скромная реальная цифра для такого рода проекта. Вот я вам провел сейчас все расчеты. И вот теперь пускай мне кто-то скажет, что триллион долларов, который даст SkyWay сегодня в пустыне, сегодня там нет ничего. Просто ничего. Там склей и песок. Через 10-15 лет там будет бизнес, там будет живая территория, там будет проживать десятки миллионов человек, и весь этот бизнес будет оцениваться не в 1 и даже не в 2 триллиона долларов. Я, друзья, готов выслушать ваши возражения, и те умники, которые подняли на этот предмет скандал, даже писали Виктору Бабурину, даже попытались написать Юницкому, что я тут говорю ерунду. Я готов, друзья, выслушать, что сейчас я сказал такого необычного, или что я сейчас сказал сверхъестественного. Я готов еще раз провести эти расчеты или пересмотрите еще раз вебинар о том, что бизнес, куда приходит SkyWay, превращает его совсем в другого уровня бизнеса. Это не просто транспортная перевозка. Еще раз, друзья, проговорю для тех, кто еще не до конца понял. То, что дает сегодня SkyWay с транспортной системой традиционной, это все равно, что сравнивать последний iPhone или Samsung S8 Plus с телефоном, который был 20 лет назад, где надо было пальцем набирать номер, крутя диск. И те люди, которые пытаются сегодня проводить экономику расчетов, они берут сегодня экономику телефонной станции МГТС, которая дотационная изначально была в Советском Союзе всегда, и пытаются анализировать бизнес, сегодня связанный с интернетом. Так вот, друзья, это глупость. И те, кто сегодня это говорит, я просто говорю, ребята, вы не понимаете, какая будет экономика через 15 лет. Просто не представляете. А мы представляем. И мы не просто, друзья, представляем, а мы это создаем. Почувствуйте разницу. И сегодня, когда там очередной деятель начинает что-то сравнивать SkyWay с какими-то другими технологиями, даже Илона Маска, который считается вроде как гуру футурологии, то, друзья, это тоже глупость. И объясняю глупость почему. Сравнивать можно было SkyWay, когда он был на бумаге. 1,5 года назад, хотя наш дедушка еще 16 лет назад бегал и уже всем показывал, что SkyWay есть, но почему-то это в расчет никто не брал и сейчас не берет. Все считают, что путевая структура, которая продемонстрирована 16 лет назад U21, то есть дедушкой нашего юнибайка и юнибуса, соответственно, это не научное открытие, это не научная демонстрация, и путевая структура, где вес пути 1 метра меньше 100 килограмм выдерживает нагрузку 16 тонн,
для специалистов понимают, о чем идет речь. Это разговор ни о чем. Так вот, друзья, потом, когда уничтожили этот полигон вандалы в 2009 году, это, друзья, стало историей. И, соответственно, когда сравнивали картинки Skyway с картинками Илона Маска по Hyperloop, это, друзья, были сопоставимые вещи, когда картинки сравнивают с картинками. Но сегодня, друзья, когда построена путевая структура, когда готов подвижной состав, когда вовсю идут испытания, сравнивать это с болтунами, это я сейчас не про Илона Маска говорю, а про тех, кто только может языком чесать и ничего в этой жизни не создавал и уже, наверное, не создаст, соответственно, теряет всякий смысл. И Юницкий может обсуждать и делать, и сравнивать технологию Skyway только с теми, кто создает технологии, только с теми, кто дает какие-то решения. Со всеми остальными, друзья, это пустая трата времени, это пустой разговор. Все, Skyway с 29 ноября 2016 года перешел на уровень, когда можно разговаривать только с экспертами в области технологий, только с экспертами в области транспорта. И дальше, друзья, мы шаг за шагом, друзья, делаем то, что технологию все больше и больше выводит на новые горизонты, на новые орбиты, потому что мы демонстрируем все больше новые и новые возможности. И сегодня, то есть год назад я вам не говорил расчетов, что там, где пройдет трасса Skyway, там, где сегодня песок и скалы, завтра будет бизнес на триллионы долларов, потому что время пришло сейчас. Это показать, это делать. И там, где будут линейные города, и то, что сегодня Юницкий, когда в Индии на форуме «Умный город» показал, что мы не просто делаем умный город, делаем линейные города, которые будут опоясывать всю Индию, и мы реально переходим уже к понятию «умная страна». Потому что инженер Юницкий вводит такое понятие, что если вы сделали в одном месте сосуд чистый, в другом чистый, в третьем чистый, то организм весь от этого быть не может, потому что он соединен еще тысячами и тысячами километров аорт, вен, капилляров. И если в каком-то месте есть пробка или болезнь, то не важно, что у вас очень много чистых мест, вы все равно от этого умрете или будете болеть. Поэтому организм здоровый только тогда, когда вся система, соответственно, чистая и здоровая. И сегодня, когда мы создаем линейные города, то это говорит о том, что мы создаем реально уже не умный город, а умную страну. А если говорить дальше, то это уже умная цивилизация. И когда сегодня Юницкий, являясь автором еще 30 лет назад такой концепции, как «Эко-мир», то эко-мир подразумевает в себе то, что это нет городов, в которых есть пробки, нет городов, в которых есть загрязнение окружающей среды, нет городов, где люди сегодня едят отравленную пищу, пьют отравленную воду и дышат отравленным воздухом, а у нас сегодня есть логика линейных жил в чистом эко-пространстве, где они дышат чистым воздухом, едят 100% экологичные продукты, пьют воду, они не боятся, что их ребенок выбежал на дорогу и попал под машину, потому что весь транспорт разнесен с средой обитания человека, и он ходит на втором уровне, вот, соответственно, он не может никого задавить, если сами не влезли на эту путевую структуру, вот, соответственно, туда влезть будет практически не. Соответственно, это города нового поколения, и та трасса, именно почему у нас называется эко-технопарк, почему это у нас называется эко-фест, что транспорта, она не убивает окружающую среду, а наоборот ее восстанавливает. И я вам на примере специально, наиболее таком ярком, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, а у нас такие проекты есть еще, Тель-Авив, Элат, то есть это тоже через весь Израиль, по пескам, там, где сегодня ничего не растет и ничего, это будет создан бизнес, триллионный бизнес, где будут жить десятки миллионов человек. Так вот, друзья, мы тоже очень много раз говорили, что Skyway и группа технологий Skytech – это не техногенные технологии, а это экогенные технологии. То есть те, которые своей эксплуатацией не убивают природу, а наоборот ее восстанавливают. И это, друзья, еще и крупный бизнес, это и новая, соответственно, среда обитания, это и новая цивилизация. И для многих это сегодня ново. Я общаюсь с многими иностранцами, они открывают глаза, говорят, как мы об этом даже не слышали. Я говорю, друзья, а мы не то, что об этом слышим или не то, что говорим, мы это создаем. И я каждую неделю практически бываю в экотехнопарке, бываю на заводе, бываю в конструкторское бюро. Я вижу людей,
которые делают эти вещи. Я вижу технику, которая создается. Я вижу контракты, которые подписывают. Поэтому весь нюанс в том, что 20 лет назад вы еще ничего не слышали об интернете, о скайпе, а в это время Сергей Брин, в это время Билл Гейтс, в это время Стив Джобс создавали свои продукты, которые буквально через некоторое время стали лидерами в экономике и изменили жизнь каждого человека на Земле. Вот то же самое, друзья, сегодня то, что мы делаем. И когда я начинаю объяснять, что такое Transnet, чем Transnet будет следующей сетью за интернет, когда вы открыли компьютер, и вы в информационном поле Земли, нажав просто одну кнопку, вы получаете любую информацию, которая нужна, то, что мы создаем Transnet, это не снимая своих тапочек, не вставая со своего рабочего места, при этом еще получая массаж высшего уровня, дыша атмосферой, дыша воздухом, который еще специально под вас индивидуально ароматизирован, специальными добавками, которые именно вам индивидуально нужны. Находясь в интернете, общаясь, вы при этом можете еще перемещаться со скоростью 500 км в час в любую точку мира. Вот что мы, друзья, сегодня создаем. И через некоторое время это станет очевидно всем. Сейчас технология находится на таком уровне, когда она из эмбрионного состояния переходит в очевидное инвестиционное развитие. И это произойдет, друзья, не далее, как до конца этого года. И, соответственно, Skyway станет очевидным всем, и начнется уже, друзья, технологическая гонка, когда все крупные компании, все, кто занимается инженерией, они все кинутся создавать свои струнные системы, они кинутся догонять Skyway, они кинутся догонять конструкторское бюро Юницкого. А так как он этим занимается уже 36 лет, только инженерией, которая сегодня... То сегодня нет ни одного момента, который не продуман. Поэтому, друзья, у нас есть четкая уверенность, что в этой гонке мы будем не лидером, я, друзья, это никогда не, а одними из лидеров. То есть реально этот мировой рынок, эта мировая ниша будет поделена между несколькими очень крупными, соответственно, технологическими центрами. Так вот, друзья, одним таким технологическим центром будет ЗАО «Струнные технологии», будет инженерная школа Юницкого и будет наша с вами компания Skyway. Опять же, если вы спросите, почему у меня такая уверенность есть, я вам сейчас более-менее доказательную базу сейчас сказал. Поэтому, естественно, что на таких крупных рынках или сегментах рынка не может быть одна компания, она не может быть даже две, даже три, даже пять. То есть этот рынок, как показали рынок кремниевых технологий, то есть смартфонов и ноутбуков, то есть тем, чем сегодня в основном пользуются именно устройства интернета, их сегодня все-таки больше десятка таких крупных компаний. И мы сегодня, друзья, нацелены, и наша задача стоит в том, чтобы реально на том рынке, который мы создаем, мы взяли очень серьезные лидирующие позиции. Я думаю, что там 10-20% рынка – это огромные капиталы, это работа и это очень серьезная заявка. Все шансы для того, чтобы это реализовать, друзья, у меня есть основания говорить. Так же, как Стив Джобс в свое время, когда он понял, что основное – это смартфон и планшеты, он не пошел в партнеры к General Electric, даже не пошел в партнеры на тот момент гиганту Dell, а он создал свой Apple и его вывел в мировые лидеры. Это сегодня самая капитализируемая компания, потому что он дает продукт, который востребован миллиардами потребителей. То, что мы с вами делаем, друзья, это востребовано каждым на Земле. Поэтому мы знаем, что делать, мы делаем. У нас очень серьезный именно научный потенциал. И сегодня идет капитализация интеллектуальной собственности, которую инженер Юницкий нарабатывал не один десяток лет. Это, друзья, огромный капитал. И не зря вот сегодня вот на одной из вот последних конференций, которая проводилась в Италии, сами итальянцы Юницкого называют не иначе, как Леонардо да Винчи нашего времени. Это, друзья, абсолютная правда, потому что те технологические решения, которые есть в его инженерной школе, они ограничиваются не только Skyway и даже не только группой технологий SkyTech, о которой мы говорим, а уже не раз мы говорили, эти технологии идут дальше, уже дальше идут в седьмой технологический уклад, это уже SpaceNet, следующая сеть, это уже технологии, которые будут выводить реально в прямом смысле всю промышленность и все, что загрязняет сегодня планету, уже в космос, на
низкую и среднестационарную геостационарную орбиту. Это, друзья, следующего поколения уже технологии, вот, о которых мы и говорили, и еще будем говорить. И та технологическая школа, вот, которая сегодня именно с ТЭК развивается, это первый шаг для того, чтобы уже выходить на следующий горизонт. Поэтому, друзья, работы у нас с вами непочатый край. Возможности именно и применение тех возможностей, которые мы наработали с точки зрения краудинвестинговых структур, с точки зрения именно краудинвестинга как народного финансирования, когда мы привлекаем сегодня большое количество партнеров. Интернет нам дал такие возможности, Транснет дальше будет развивать, ну а мы с вами, друзья, будем еще много и много чего интересного с вами делать. Так, ну что, друзья, космос уже весь загажен. Ну, друзья, так же, как и Земля загажена, очистим Землю, приведем в порядок все, что есть, переработаем все отходы, сделаем Землю нашу чистой, зеленой, приятной для проживания и не для там, 5,5 или там, 6 миллиардов человек. Вчера говорили, Юницкий абсолютно уверен, что в ближайшие 10-15 лет население может быть и 20 миллиардов человек, и всем места хватит, все будут счастливые, здоровые, с работой и с собственной землей именно в экологически чистых местах. Поэтому, если космос кто-то загадил, значит, друзья, будем еще со временем очищать и космос, и, соответственно, использовать его для того, что то, что мы делаем, друзья, это именно эко-технологии, и это, соответственно, наша с вами работа. Поэтому не зря основной девиз и основной лозунг SkyWay — это «Строй SkyWay, спасай планету». Мы это делаем. Мы объединяем мир. Это то, что мы сегодня создаем. Интернет убрал границы между информацией. Транснет уберет границы между странами, между государствами, между людьми, между континентами. Вот, то есть, поэтому, друзья, в ближайшие 10-15 лет произойдут очень серьезные изменения. И я абсолютно считаю, что это нормальным. Потому что, когда сегодня летишь с этими границами, с этими визами, с этими паспортами, смотришь все это, на все это безумие, друзья, это вспоминаешь Советский Союз, как надо было позвонить, у кого-то спросить разрешение, где-то взять какой-то талончик, записаться. Вот. Сегодня, когда едешь по Объединенной Европе и понимаешь, что нет никаких границ, не надо никаких паспортов, значит, следующим этапом, значит, не должно быть уже никаких виз, никаких между странами Восточной Европы. А следующий, когда придет Транснет, когда я, друзья, хочу в своем юнибайке, в своем месте перемещаться по всему миру, не спрашивая ни у кого разрешения, не получая никаких виз и находиться там, где я хочу. И это, друзья, наше ближайшее время, это то, что мы с вами создаем. Ну, друзья, давайте по вопросам. Так, Андрей, есть какие-то такие вопросы, которые можно... У нас и в Перископе тут много идет вопросов, и конференции будет сегодня, еще два вебинара и для России, для центральной части, и для, соответственно, наш Unisky вебинар. Без Алексея, конечно, проводить сложнее, вдвоем проводить легче, проще. Вот. Но я думаю, что вот благодаря нашим помощникам, вот Андрей с Екатеринбурга, поможем, и мы все вместе как бы сделаем и проведем эти вебинары. Ну вот, друзья, это вот последние как бы мои такие впечатления, ощущения вот по посещению Минска, от еще очередной работы уже по адресным проектам. Я могу сказать, что все, друзья, просто не идет, а свистит с такой скоростью, и время летит просто, не успеваешь, вроде мы с вами вот буквально на вчерашнем вебинаре, я условно говорю вчерашнем, помните, когда ввели счетчик, и я говорил, что 100 дней до приказа, 100 дней до Экофеста. Сегодня уже 37 дней. Друзья, на следующий вебинар уже останется меньше месяца. Вот. И интенсивность работы сегодня такая, что после Экофеста, друзья, мы, конечно, все попросимся хотя бы на дней на 10 в отпуск. Вот, потому что интенсивность работы сегодня у всех директоров, друзья, могу сказать, просто колоссальная. Это на телемосту мы говорили. То есть наши все директора SkyWay Capital, весь менеджмент, мы просто все живем в поезде, в самолете, в гостиницах. Вот. Сам Юницкий сегодня с таким графиком и интенсивностью перемещения, это просто поражает. И
работоспособности, и здоровью, и именно энтузиазму, с каким это все идет. Про Виктора Бабурина я вообще не говорю, это уже человек-самолет, который просто живет в самолете с этими контрактами, вот то, что сегодня происходит. Так что, друзья, давайте вперед, и только на развитие SkyWay. Все, друзья, всего доброго, давайте до встречи сегодня еще вечером с теми, кто будет. Все, друзья, строй SkyWay, спасай планету.